Добрый вечер, друзья! С Днем города, с Днем металлургов! Надеемся, у вас настроение такое же праздничное, как и у всех тех, кто уже пришел сюда, на площадь возле арены «Металлург». Здесь с 5 часов уже вовсю работают торговые ряды, сувенирные лавки. И вот мы уже успели познакомиться, кстати, с молодым, очень эпатажным и веселым продавцом Игорем. Игорь, здравствуйте! С праздником вас! Добрый день! Игорь, расскажите, пожалуйста, мы не смогли мимо вас пройти. Вы создаете праздничное настроение. Вы продаете шарики? Радость. И шарики тоже. Вместе с шариками. Дети, дарите детям вот всякие фигурки, да? Не только детям, но и взрослым. Как настроение, Игорь, вообще в целом? Вот настроение как... отличное. Единственное, хотелось бы попросить у Всевышнего на некоторое время приостановить вот этот жуткий ветер, который сдувает меня прям вместе с головой и с моей шляпой. Вот, ну а в остальном все очень солнечно, весело. Приходите, кто еще не пришел. А люди с каким настроением приходят? Улыбаются? Веселое, отличное, радостное. Все счастливы, все смеются, все покупают шарики, всякие безделушки, игрушки. Замечательно, Игорь, мы вас тоже поздравляем с Днем Металлурга. Вот вам такой вот флажок. А вас как зовут? Меня зовут Мария. Очень приятно, Мария. Тогда со своей стороны я вам тоже приготовил подарок, пока мы с вами общались. Ой, какая прелесть! Вам его вручить. Пусть этот медведь, хоть и не олимпийский, но принесет. Ой, какой милый Мишка розовый! Спасибо, Игорь, большое. С праздником вас и хорошего вам настроения. Спасибо. Друзья, организаторы обещают, что скучать не придется никому. Для маленьких магнитогорцев и их родителей будут организованы различные развлекательные программы, выступят творческие коллективы города. Вот, кстати, люди действительно подтягиваются целыми семьями и компаниями. Мы даже видим знакомые лица. Дядя Вася, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. И вас тоже. Если не будет вас, то не будет и нас. Ну, рассказывайте, с каким настроением вы с семьей? Вы пришли? Конечно, с супругой. Но семья сейчас на юге отдыхает. Не сегодня, а завтра должны подъехать. Но я думаю, что они поздравят деда с Днем Металлурга. С профессиональным праздником. Да, 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 да. Но так... вы вот прям ну, при параде. Как вы хотели? Это же Металлург. Одно слово. Металлург. Металлург чемпион. Дядя Вася, ну давайте поздравим всех наших магнитогорцев. Потому что действительно главный праздник. День города, День Металлургов. Ну, скажи, как ты их поздравишь. Ну, я поздравлю чисто по-человечески, от всего сердца. И скажу, что самое главное в этой жизни, чтобы было здоровье, чтобы было счастье, чтобы был, да, чтобы был мир над нашим небом. И это совершенно верно. Ну, действительно, что... Ну, единственное, что пока с нами хоккей, все будет окей. Мы поздравляем вас, дядя Вася, вашу очаровательную супругу с праздником. Ой, вам вот такие вот. Ой, да, и... Вот она и говорит, флаг надо, а где флаг? Вот, вот теперь есть флаг, есть хорошее настроение, так что праздник, да. Я думаю, что удастся. Спасибо вам.